Меня зовут Илайдинов Алексей, это мой сын Андрей. Представься. Андрей. Мы живем в поселке Сосновый Аромат. Здесь построили уже около 2 лет назад домик. Ехали в электричке, и там рядом с нами подсел мужчина. Он оказался риэлтором, который занимался продажей земли в этом районе. И он порекомендовал нам этот поселок. Мы приехали, посмотрели, нам понравилось, и мы остановились свой выбор на этом поселке. Нам понравилось, что здесь такая инфраструктура хорошая, ездить детям погулять, порезвиться. Вот он у меня любит футбол играть. Здесь уже сделано футбольное поле в поселке. Соответственно, хорошая природа, пруд есть. То есть вот это нам и понравилось, поэтому мы решили поселиться здесь. Нам здесь нравится, и, конечно, посадки здесь развиваться должны развиваться. Так что, думаю, все будет хорошо у нас.